Ну что, ребят, сегодня же, я забыл даже сказать, сегодня же у нас 6 июля 2024 года. Вот. И что вы хотите, что вы думаете? Что вы думаете? Мы решили погулять по снегу. Вы думаете, я шучу? Нет, пожалуйста. Снежок! Мам, смотри! Я-то не буду это делать. О, холодный какой! Снежок, что, поиграем в снежки? Опа! А вы, ребята, 6 июля играли в снежки когда-нибудь? А вот мы сейчас играем. Опа! Только наш фрагет один. То есть мы настолько поднялись вверх, что здесь настолько видно было много снега, что он еще просто не успел даже растаять. То есть куча очень большая. Вот. Там он тоже лежит снег. Видать, высоко, тяжело даже дышать. Немножко задохнулся. Там чьи-то стульчики стоят. А, ну здесь же вот видишь вот этот дом на колесах. Так что... 6 июля, и мы играем в снежки. О, ладно. Вот так вот. Пух. Вот так вот, в общем. Че, снег холодный, да? Это камень свет. Холодный. О, идеальная лопатка. Угу. Можно покопать снег. Где? Вон там, ниже. А, ну да. Вот вид, смотрите, какой. Блин, классно выглядит все, конечно. Красиво. Вот вам Калифорния. 6 июля 24 года. Мы выехали. Мы проехали где-то сейчас от дома. Получается примерно... где-то часа два с небольшим. Вот, всего 2,5 часа. Ну, где-то так, да. Да, наверное, 2,5 часа. И мы вот на такой природе, в таком вот месте, даже по снегу ходим. Вот. Очень жаль, что, конечно, здесь нет сети. И нельзя там видеозвонок сделать прямой. Вот. Поэтому только остается видео поснимать. Я делаю маленькую снежного мужика. Стрелочка не пахнет. Так, мне нужна веточка. А, где идеальная веточка? Вот, идеальная веточка. Угу. Ну, а мы сейчас поедем дальше, ребята. Дальше, в горы. Ну что, вот мы еще выше поднимаемся в горы. Еще выше, еще выше. Под самый пик, можно сказать. Здесь надо быть внимательным, потому что видите, что? Просто обрыв. Вот смотрите, какой вид. Тут уже снег прям хорошо лежит. То есть я как раз вот эти горы фотографировал сами верхушки, и мы, можно сказать, добрались до самих верхушек, прям до самого-самого верха. Вот он, видите, снег еще лежит. Вот. Вот он лежит, снежок. Ребят, сегодня 6 число, 6 июля. То есть середина лета. А мы можем, ребята, снежок, снежки поиграть. Видите, как он чё. И озеро здесь какое прикольное. И снег лежит вон чё. Вон чё, классно как.
От нас это примерно 2,5 часа. То есть вот мы сели в машину около дома, и через 2,5 часа вот я вам показываю виды какие. Смотрите, какие виды. Блин, мне еще за дорогой надо следить, блин. И камера вертеть, и за дорогой следить. Давай-ка мы вот сюда, наверное, вот так вот все-таки. Я хочу еще фотографии сделать. Свят, ты лежи. Вот так вот. Ну что, вот еще немножко видов вам общих. Да, видео, конечно, это не передаст, если честно. Это, конечно, надо смотреть вживую. Это прям такая красота, ребята. Прям вообще. Вот так вот. Ребята, смотрите, 6 июля, еще раз повторяю, озеро почти замерзшее, чуть-чуть растаяло, конечно, а народу-то смотрите сколько, вау, снег, сколько снега, вот это да. Слушайте, я первый раз сам сюда поехал, но, блин, в середине лета, вы понимаете, это же середина лета. Блин, это же не куда-то на север надо было мне ехать, лететь там много-много часов, там, чтобы увидеть снег. А мне надо было ехать всего 2,5 часа от дома. Причем у нас сейчас там 46 в плюсе. Вы представьте, 46 градусов Цельсия в плюсе. Это жесть. А тут снег, смотрите, лежит как. Вау. Какой вид, да? Нам еще до пещер ехать 54 минуты. Я так понимаю, в 6 часов все это дело закроется, потому что было написано, тут интернет появился, связь появилась. Было написано, что скоро закроется. Я думаю, что в 6 часов закроется, поэтому нам надо немножко поторапливаться, чтобы успеть туда, если что. Вот. Поэтому мы сейчас будем ехать без остановки. В крайнем случае, если что-то будет интересное, я думаю, что в следующий раз можно будет еще проехать уже с такой скоростью меньшей, так скажем, и побольше посмотреть, побольше поостанавливаться. Хотя сейчас мы тоже много останавливаемся, как бы мы и на визовый центр заехали, там много чего взяли, походили. Вот здесь несколько раз уже остановились. Так что... Вот что как. футов над уровнем моря сейчас табличка стояла. Можно будет... Ой, там-то какой вид, а? Не знаю, на камеру будет видно, нет? Насколько высоко мы поднялись? 8611, да? 500. А, 511. Ну, какая разница, все равно. Смотрите, какой вид. Ё-моё, а?